СОС или нужна ли помощь в дороге? Уверена, что многие из вас, кто путешествовал на машине или каким-то иным способом, понимают, что дорога – это всегда поток, это такое непредсказуемое полотно, которое плетется прямо сейчас, в этот момент. И в туре силы кристалл денежный, который сейчас проходит у нас. Мы едем с берега Черного моря, из места силы Шепси, из Туапсинского района. Едем в сторону Санкт-Петербурга и поедем еще дальше, в сторону Карелии. Кстати, меня спрашивают: Лада, а что происходит в этом туре? Я об этом рассказываю на моем YouTube-канале. И самое важное, что в Карелии произойдут ретриты, посвящения. Собирается группа, которая пойдет вместе со мной по местам силы города, точнее не города, а района Карелия. И мы там будем посещать и лабиринт желаний, и на капище пойдем, и еще в несколько интересных мест силы, для того, чтобы каждый, кто принимает участие в подобного рода турах по местам силы, на самом деле ставит какие-то свои запросы. И также и я перед тем, как отправляться в этот тур силы, ставила определенные свои запросы. И следует отметить, что уже сейчас пока только четвертый день нашего тура, и уже многие вопросы или запросы были активированы. То есть вопросы, я на них получаю ответы, а по запросам происходит активация. Об этом я рассказываю на моих каналах. И когда вы задаете вопрос, а что же нас будет ожидать в Карелии, какая программа ретрит, я отвечу простым образом. С какими ты намерениями приедешь, с какими пожеланиями ты приедешь, то и будет реализовано. Например, есть те, кто сейчас ставит запрос на посвящение, на сакральное посвящение. Кого-то интересуют денежные практики или женские программы, или рунические техники. В общем, какой-то ветер. В общем, неважно, с какими запросами ты приедешь на этот ретрит в Карелию, важно, что пространство и места силы всегда откликаются. Они откликаются на наши просьбы, на наши пожелания. Так было и прежде. Я уже не первый раз везу группу людей в Карелию на эти места силы, как, в общем-то, и на другие места по нашей прекрасной стране. И бывали туры и в сторону Уфы, и в Казань, и в Пензу, в Самарской области, в Краснодарском крае и так далее, в Геленджике. И по всем этим местам важно понимать, что когда ты едешь с каким-то запросом на место силы, то оно, естественно, и гармонично откликается. Поэтому, друзья, вы формулируете ваши вопросы, ваши запросы, задавайте их мне в личные сообщения. Ссылочки я всегда оставляю в инфобоксе. И вокруг этого видео найдите способ найти меня в соцсетях. Меня зовут Апраксина Лада, и я автор и ведущая этого тура силы. Уже очередной раз, в очередной раунд я сопровождаю процессы, разрабатываю их по дороге и создаю те самые кристаллы, которые вы потом с удовольствием результативно и безопасно используете в вашей жизни. И сейчас в этом туре силы, естественно, мы создаем кристалл, который называется денежный кристалл из цитрина. И открыты уже заказы, вы можете уже заказывать. И вашими заказами вы поддерживаете, вы помогаете нашему туру, потому что понятно, что в любой дороге есть расходы, есть затратная часть, есть какие-то непредвиденные ситуации, которые у нас уже произошли по дороге. И, конечно, любой ваш заказ поддерживает эту программу, позволяет нам двигаться более комфортно, динамично и приехать к вам максимально быстро, настолько, насколько это возможно. Итак, друзья, заказывайте, задавайте вопросы, собирайтесь с нами в путь-дорогу и подписывайтесь на все каналы, будьте с нами, отмечайтесь в комментариях, и всем прекрасного дня!